Так, вот я заехала в ягодную ферму, называется Блюбери Иконы, угол голубичный, типа. Это стоянка у них. А тут очень плохо видно. Но вот эти вот верхушки пластика, это у них покрытие такое. Это находится над ягодами. От дождя укрываются. Ну, как-то я припарковалась. Страшно вообще. Ну ладно. Тут много машин. Это у них какая тут декорация. Значит, винные бочки, из них сделаны столы. Основное население приезжает, чтобы купить здесь мороженое. И уже не важно, они на диете или не на диете. Тут просто дети отдыхают, а люди сидят там. Вдали вон они там прыгают на чем-то. Вот, в общем, им тут развлечения. Под крышей вот тоже столики. Только решишь посидеть на диете, тут раз тебе мороженое. Устоять или нет? Свежие голубики. Голубики, черника, одно и то же. Тут, значит, есть мороженое. Ягоды, черника и Виктория. А вот свежие ягоды стоят $20. Большая такая вот коробочка. В ней сколько, неизвестно. Гриша у нас купил голубику буквально вчера, а Виктория уже скоро закончится, пожалуй, что я возьму по Виктории немножко. Что-то они сделали. Виктория с джинджером на крекер все накладывается. Еще тут всякие соусы с Викторией, шоколадки с Викторией.
Have we got blueberry yogurt? Pardon? Have we got frozen yogurt? It's a large one. Oh. Frozen yogurt. Regular. Frozen yogurt with blueberries. No, thank you. All good. Ну, несу пока я это все в машину. Полные руки у меня тут, и ягоды, и кошелек, и сдача, еще номер. В общем, полные руки уже у меня. Вот машина, по идее, должна быть умная. Раз, так и должна открыться. Вот она, молодец, открылась. Так. Такие вот деньги у них. $5, например. $2 и $1. Вот это два. $2. Вот это $1. А в Австралии все наоборот. У них маленькие $2, а большие $1. Я вернусь. Так вот, по идее, я должна нажать вот на эту, и она закроется. Вот, молодец, закрылась. Так, вот эти вот машины готовятся. Отправляет коробки в магазины. А мы находимся прямо на ферме. Особенно тут тебе не покажут, как они выращивают ягоды. Ну и то хорошо. Раньше у них тут в окошечко можно было посмотреть, как они делают. А, вот видно, видно немножко. Сетка там специальная. И так немножко видно. У них там, видите, конвейер или что. Перебивают там, упаковывают. Коммерческая кухня, светлые лампы у них там. Если я отойду маленько, лучше видно. Видите, вот, регистрация.
вкратце, что ты посещала вот это вот заведение. Я не регистрировалась пока. Ну, сравнительно спокойно в Новой Зеландии. У нас коронавирус весь вылавливается на границе, и они помещаются в строгий изолятор. Ну, то есть гостиницы, но охраняемые. Такие вот мой thank you. Вот такое вот мне дали изобретение огромного размера. Завтра будем на диете сидеть, а сейчас все. Разговор закончен, потому что рот занят.